Я считаю, что любые фестивали, конкурсы нужны всем странам, России в том числе, потому что искусство объединяет, искусство вне политики, искусство может примирить какие-то вещи. Что касается Евровидения, ну, почему нет? Прекрасно. Я надеюсь, что наша представительница Полина поедет, победит, и все будет хорошо. Я, конечно, в этом слабо верю, потому что все равно мешается все. Не бывает так, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Но хочется верить в лучшее.